Китае началась самая массовая в мире миграция людей. Миллионы жителей Поднебесной в эти дни штурмуют кассы железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы как можно раньше добраться до дома и встретить с родными главный праздник – Новый год по лунному календарю. Он наступит в пятницу, но уже сейчас в терминалах не протолкнуться. Вот скажем, как выглядит вокзал Пекина. По подсчетам Министерства транспорта, за время каникул внутри страны будут перевезены рекордные 3 миллиарда пассажиров.